Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Биткоин растет, уже долетел до 64 800, и массивная перевернутая голова с плечами. Я купил биткоин по 59 тысяч, идеально. И теперь биткоин 64 800 уже. Поздравляю всех. Трейдеры общаются в моем телеграм-чате, что-то тут про выборы. Капитализация рынка 2,3 триллиона долларов, почти 300 тысяч посетителей на моем сайте. Но смотрите тут четко, если вы мой студент, вы уже это сами видите. Плечо, голова, плечо. 60 тысяч долларов бонуса на Bybit, мировой трейдерский турнир. Да посмотрите на этот памп на биткоине, и на объемы тоже смотрите. Да ни хрена себе, тут 71 биткоин, а здесь, наверное, 800 биткоинов, 62 400, и биткоин вверх полетел. И посмотрите, вот тут последний бар — это 71 биткоин. Ну а тут 800 биткоинов. Может быть, 1000? Хрен его. Индекс страха и жадности 48. Доминация биткоина. Ставка финансирования. Цена. Прекрасно. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Задавайте мне вопросы. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. И биткоин пампит. Поздравляю. Тесла минус 8%. Людям не понравилась презентация. Worldcoin плюс 11%. Юни плюс 4,8%. Солана плюс 3,7%. Биткоин плюс 3,3%. Эфириум плюс 3%. Общая капитализация плюс 2,8%. Доджкоин растет. Тесла вниз. Но я думаю, что Тесла тоже пампанет. Я бы купил. Но я уже купил по 141. А сейчас тоже можно брать. Потому что я думаю, что после сегодня там, будет обновлять максимум. Массивная чашка с ручкой на биткоине. Идем на дневной таймфрейм. И какой памп... Давайте на 4-часовой уже пойдем. Что там уже произошло? Да смотрите, какой движ на биточке. Активировалась моя торговая идея прям ровно на самом дне. Ну давайте перейдем на мой торговый аккаунт Bybit. 687 тысяч уже. Массивный рост сегодня. 643 было. 40 тысяч долларов на неделе. Это мои трейды. Идеальные, конечно же. На фьючерсах, смотрите. Когда я купил биткоин. Но сначала я продал по 65. Потом купил по 52. Продал биткоин по 62. А, вот здесь я продал. Купил по 60. И теперь биткоин 65 тысяч. Ну это просто идеальный трейд. Сделка в плюсе на 19 600 долларов. Размер позиции 240 тысяч долларов. Прекрасно. И также я покупал биткоин на споте. Там тоже невероятные трейды. Вот посмотрите. процентов. Все растет сегодня. Дубль в этом прекрасно отработал на Суи. И растет еще Uniswap. Worldcoin выходит вверх. И мы говорили уже, что на Worldcoin закругленное дно. Вот оно. Дно закруглилось. И смотрите, очень хорошая поддержка. Высокие торговые объемы. И массивная перевернутая голова и плечи. Плечо, голова, плечо. Будет расти Worldcoin дальше. Хорошие торговые объемы. Было уже 12 долларов Worldcoin в марте. Прекрасно. Uniswap тоже растет. 4%. И посмотрите тут на графике, о чем я говорил на Uniswap. У нас тут массивный нисходящий клин. Но это маленький, а есть и побольше фигура на недельном таймфрейме. Uniswap на сопротивлении. Очень важно, что произойдет дальше. Сможет ли пройти это сопротивление Юни? Или все-таки пойдет вниз? Либо же пробьет вверх это сопротивление. И будет тогда охеренный булран. Такое вполне возможно, потому что биткоин халвинг и вообще все остальное. Полезные ссылки под видео. Мои курсы. Bybit, т.д. И присоединяйтесь к телеграмму. 548 трейдеров онлайн. Рынок будет расти после выборов. 3 недели перед выборами. Трейдеры общаются в моем телеграмме. 548 онлайн. Обсуждают рынок. Ссылка есть в описании под видео. Всех поздравляю. Все пампит. Поздравляю. Мы купили биткоин. Купили Worldcoin. Суи. Все растет. Какие трейды на биткоине? Прекрасно.
Огромную прибыль-то заработали за неделю. Как купили биткоин-то на самом дне? Охеренно же. Теперь давайте покажу вам свой твиттер. 92 200 фолловеров. Биткоин суе. Все растет, зарабатываю. Все пампит. Биткоин 65 тысяч. А это мои трейды на биткоине. На споте и деривативах. Смотрите мои видео с теханализом. Учитесь торговать как я. И хорошо, что не только я зарабатываю, но и мои подписчики тоже в Телеграме. Поэтому присоединяйтесь. Да, всех поздравляю. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик, задавайте мне вопросы. Все, что я держу в своем watch-листе, все показываю. Всех люблю, обнимаю. И увидимся завтра.